Кристина Старк. Гончая Лилит. Каве Канем. Берегись, собаки. Ад пуст. Все демоны здесь. Уильям Шекспир. Буря. Пролог. И куда ты побежишь, Полански? Расскажешь мамочке? И что же сделает твоя суицидальная мамочка? Вскроет себе вены всем назло? Меня выловили после школы, потаскали за волосы, втоптали в грязь учебники. Свора одноклассниц во главе с красоткой Лиз. До нее дошли слухи, что я неравнодушна к Джейми, парню, за которым она бегала, как собачка. Все бы обошлось, но однажды Джейми подсел ко мне во время ланча в школьной столовой, а потом убрал кончиком пальца каплю майонеза с моей губы. И Лиз, королева школьных стерв, сорвалась с тормозов. Сначала были мелкие розыгрыши, вроде собачьего дерьма на моем стуле. Потом пошли сплетни про меня, бутылку джина и десяток парней из Балимуна. А затем началась травля. Жестокая и беспощадная. Я считала дни до окончания школы, но время, казалось, остановилось. Застыло, запеклось, как кровь. «Если это все из-за Джейми, то забирай его себе. Он мне совсем не нравится». «А кто тебе нравится?» «Никто!» «Вы слышали? Полански лесбиянка! Долбаная стропонщица!» Пытаюсь встать, но меня снова толкают на землю. Прикрываю голову руками. Даже лакированными туфельками можно избить до кровоподтеков. Туфельки, чтоб вы знали, бывают так же безжалостны, как и армейские ботинки. Боже! Молись громче, Полански! Бог не слышит писка мышей! Получаю удар в живот. Сгибаюсь пополам, пока в меня со всех сторон врезаются острые мыски школьных туфель, пока меня оплевывают и осыпают ругательствами. А потом кто-то обрушивает свой рюкзак мне на голову. До сих пор я ни разу в жизни не теряла сознание. Когда я очнулась, уже подступили сумерки. Я вытряхнула из рюкзака комки грязи, сложила туда книги, вернее, то, что от них осталось, и отправилась домой. В автобусе было совсем пусто. Я поднялась на второй этаж, прислонилась лбом к стеклу и дала волю слезам. За окном мелькали аккуратные, чистенькие, словно нарисованные для глянцевого журнала пейзажи Южного Дублина. Двухэтажные дома из красного кирпича, круглый год утопающие в зелени пальм и магнолий, тщательно подстриженные газоны, дорогие машины, припаркованные на посыпанных гравием подъездных дорожках. Из-за окна на меня смотрел богатый, красивый город, в котором нет места грязи, ненависти, насилию, в
котором маленькие ирландки до сих пор ходят в католические школы, носят юбки ниже колена и разучивают молитвы на уроках. Где школы с раздельным обучением, мальчики отдельно, девочки отдельно – это золотой стандарт обучения. Город набожных, город святых, город, где запрещены аборты, и в школы в первую очередь принимают тех, у кого есть сертификат о крещении. Впервые я почувствовала себя здесь лишней. Лицо в грязи, во рту привкус крови, в груди не сердце, молот. О, если бы только этот автобус мог, не останавливаясь, умчать меня на край земли, думала я. Я бы без сожаления покинула город святых. Тем более, что моего исчезновения никто бы не заметил. Мое место заняла бы какая-то другая девушка, и ни один человек не заподозрил бы подмены. У двери меня никто не ждал. Мама, как обычно, лежала на диване, смотрела в потолок и слушала музыку. Она не особо интересовалась мной и моими проблемами. Несколько лет назад у нее диагностировали клиническую депрессию, и с тех пор я старалась быть невидимкой. Не грузить ее своими проблемами. Ходить на цыпочках. Плакать беззвучно. Кричать молча. Я заперлась в ванной комнате, смыла с затылка запекшуюся кровь и достала из кармана чудом уцелевший телефон. Во мне кипели ненависть, отчаяние и жажда мести. Или я мщу, борюсь и показываю зубы, или я не выйду живой из следующей драки. Джейми, хочешь погулять сегодня вечером? Сдохни, лис! Где и когда, Скай? Да где угодно, лишь бы побольше народу увидела нас вместе. Когда используешь месть как бомбу, смотри, не подорвись на ней сама. На следующий день из школы мы с Джейми ушли вместе, держась за руки. Он пригласил меня к себе. Его родители как раз уехали в Виклоу на весь уикенд, а потом признался, что без ума от меня. Я подорвалась на этой мине, когда он, подойдя сзади, прижался ко мне. Вполне невинное объятие, если бы не то, что упиралось сзади мне в ягодицы. «Сделай это, Скай. Он такой симпатичный. Пусть лис исходит желчью от зависти», — сказал мне внутренний голос. Тихий, но уверенный. И я сделала. Осколки этой мины засели во мне так глубоко, что некоторые из них я не смогла извлечь до сих пор. Три года спустя. Бог не даровал мне ни таланта, ни смелости, ни красоты. Я не питала иллюзий на свой счет. Я знала наверняка, дни будут сменяться ночами, земля будет кружить по орбите, мир безумствовать, бросаться во все тяжкие, сходить с ума.
Где-то всплывут фотографии очередного политика, на которых он будет нюхать кокаин и лапать полураздетых девиц. Где-то 17-летняя фотомодель утонет в ванной. И только в моей жизни все останется по-прежнему. Я не была одной из тех, кто способен бросить вызов судьбе, кто рискует смеяться с набитым ртом и говорить вслух то, что думает. Я не была той, кто может носить туфли на высоченном каблуке, прыгать в неизвестные машины такси глубокой ночью и общаться в интернете с незнакомцами. Риск в моем случае заключался разве что в прогулке без зонта в дождливую погоду, только и всего. Возможно, поэтому я чуть не выронила из рук стопку грязных тарелок, когда одна из посетительниц кафе, в котором я работала, женщина лет 35 по имени Лилит, заставила меня присесть рядом и сказала: «Скай, твое место не здесь. Не в этой провонявшей луком и рыбой забегаловке. Хочешь знать, где твое место? В Мерседесе-кабриолете с откинутым верхом, на скоростной трассе, что тянется вдоль берега океана. В твоей голове воспоминания о ночи, проведенной с любимым мужчиной. В твоем кошельке пачка долларов крупными купюрами. Полуденное солнце отражается в твоих очках. Ветер треплет твои роскошные волосы». «У меня нет роскошных волос, мэм», — усмехнулась я, взъерошив свои короткие выгоревшие пряди, которые даже самый искусный парикмахер не смог бы привести в божеский вид. «И никогда не будет. К сожалению, генетика — это на всю жизнь. Лилит — эта странная брюнетка с глазами, как черная смородина, начала заглядывать в мое кафе примерно несколько недель назад и к настоящему моменту окончательно утомила меня своей эксцентричностью и привычкой говорить загадками». «Молчи и слушай дальше», — потребовала Лилит и продолжила. «Закрой глаза. Почувствуй океанский ветер, настолько насыщенный солью, что щиплет ноздри. Ты несешься по дороге со скоростью 120 км в час, ведя одной рукой машину, а другой придерживая густые пряди волос, которые ветер бросает тебе в лицо. Какие волосы ты хочешь иметь? Струящиеся, сияющие платиновые, как у немецких фотомоделей? Или, может быть, и сине-черные, блестящие, словно жидкое стекло, как у древнеегипетских жриц? Или порочно рыжие, с красноватым отливом, цвета сандалового дерева, за какие инквизиция в средние века наверняка бы отправила тебя на костер?» «Мэм!» — взмолилась я, не размыкая ресниц. — «Мне нужно отнести эту посуду на мойку». «Нет, тебе нужно выбрать себе цвет волос сейчас же. Не открывай глаза, ты спугнешь видение», — прибавила Лилит, и ее ладонь легла мне на лицо, прикрывая глаза. «Хорошо, рыжие». «Точно?» «Да». «Насыщенно огненные, как?» «Нет, скорее каштаново-красные, без желтизны. Никаких абрикосов и меди». «Я уже вижу это, Скай. Идеальный оттенок для твоей аристократически бледной кожи. Идем дальше. Прямые или вьющиеся?»
вьющиеся крупными локонами. Длинные? О да, до самой задницы! Вы довольны? Я попыталась убрать от лица ладонь Лилит, но не тут-то было. «Довольно», — зашептала она мне на ухо. «Только вот обладательнице шикарных волос не пристало работать официанткой. Твои волосы пропахнут горелым маслом и суповыми специями. И у той, кто водит Мерседес-кабриолет, руки не должны загрубеть от горячей воды и моющего средства». Я отстранила от себя ее руку и резко встала. Рассказывать мне, официантке, которая за гроши вкалывает с утра до вечера, едва сводя концы с концами, про океан, мерсы и пачки баксов, это было слишком. Слишком жестоко даже для меня, привыкшей к выходкам состоятельных посетителей. «Кажется, ваш кофе остыл», — сказала я с плохо скрываемым раздражением. «Принеси мне другой», — потребовала Лилит. Я ушла на кухню, прихватив грязную посуду, и к тому времени, когда вернулась с чашкой горячего латте на подносе, злость почти перестала душить меня. «Ваш кофе!» — громко сказала я. «Твои чаевые!» — Лилит протянула мне белый конверт. «Благодарю!» Я взяла конверт, намереваясь сунуть его в карман фартука, и моя рука замерла в воздухе. Он оказался тяжелым. Примерно столько же мог бы весить конверт с моей зарплатой за месяц. Я приоткрыла его, мельком взглянула на пачку купюр и положила конверт на стол. «Что это?» «Это твои волосы, Скай». «Нет, это больше похоже на чертову кучу налички», — возразила я. Лилит отхлебнула кофе и улыбнулась мне акульей улыбкой. «Именно столько стоит наращивание. Волосы цвета раскаленной лавы, тяжелые, как смертный грех, и достающие до самой задницы. Уже завтра у тебя будут такие. Генетика — это на всю жизнь только для тех, кто боится плюнуть ей в лицо. Ты чувствуешь, как океанский ветер из твоей мечты становится чуть реальнее? Если есть волосы, о которых ты мечтала, то будет и ветер, который их растреплет. Будет и мужчина, которому понравится запускать в них пальцы. Будет и бриллиантовая диадема, которая украсит твои локоны. «Я не могу взять ваши деньги», — заявила я. «Правда, не так уверена, как следовало бы». «Я в любом случае оставлю этот конверт на этом столе, милая. Не осмелишься взять ты, возьмет кто-то другой. Кто-то другой заберет себе то, что предназначается тебе».